Шевелись, плотва. Оставь меня в покое, антипрочь. Что ты ко мне привязался? Зачем ты меня мучаешь? Сила нечистая. Ну, расскажи, что тебя мучает. Ох, спрошу, как есть. Ты человек. Прости, я не доверяю собственным чувствам. Не совсем. Я ведьмак. Некоторые по этой причине отказывают мне в принадлежности к роду человеческому. Кое-кого знаю лично. Ведьмак? Но нет, ты тоже не поможешь. Посмотрим. Рассказывай, в чем беда. Меня терзает какой-то демон или призрак. Не дает мне спать. Он чего-то от меня хочет. Точно знаю. Только не пойму, чего. Каждый день появляется, а потом исчезает. Он и сейчас здесь, за деревьями. Ничего не вижу. Понятное дело, его нельзя увидеть. Но ты-то видишь? Только когда выпью отвар. После него у меня болит голова, мутит. Но я терплю, не хочу глаз с него спускать. Этот твой демон. Можешь его описать? Он выглядит как огромный конь. Стучит копытами во мраке. Прибегает. Смотрит на меня. А потом убегает. А это точно не простой дикий конь? Это создание не из нашего мира. Когда он на меня смотрит, меня такой холод охватывает. Это средоточие зла. Всматривается в меня черными своими глазищами. А я от ужаса шевельнуться не могу. А что у тебя за отвар? Интересно, что вызывает такие сильные видения? Гриб какой-нибудь, крестник, поднивка плясовая? Почти. Сивушка обыкновенная. Вижу, ты в травах понимаешь. Сивушка? Мне казалось, она вымерла. Я вырастила несколько штук из засушенных грибниц. Надеялась, что отвар сивушки позволит мне увидеть этот кошмар. Я не ошиблась. Насколько я знаю, сивушка вызывает серьезные побочные эффекты. Но она действительно позволяет увидеть сокрытое. Да, с ней я вижу его. Все лучше, чем чувствовать, что он где-то рядом, но не знать где. Ладно, раз уж ты так уверена, попробую что-нибудь сделать. Осмотрю здесь, пожалуй. Медальон дрожит. Магия где-то рядом, но источника не вижу. Ты был совсем близко от него. Он смотрел на тебя, а потом ускакал в лес. Дай мне отдохнуть.
хотя бы день. Мертвые мотыльки. Некоторые духи притягивают их, как пламя свечи. Отшельница права, что-то и правда происходит. Сивушка обыкновенная. Сильный галлюциноген. Я думал, эти грибы вымерли. На подушке пятна крови. Кровавая дорожка ведет к окну. Пока ясно одно. Нечто высасывает по ночам кровь отшельницы. Надо с ней поговорить. Может, она еще что расскажет. Ведьмак. Говорят, флагеллянты бичуют себя, чтобы искупить грехи всего человечества и умилостивить богов. Скажи, зачем ты этим занимаешься? У всякого свои причины. Я надеюсь искупить страдания живого существа, которое некогда пало жертвой тщеславия другого. Грехи человечества меня мало заботят. Предпочитаю общество зверей. Скорее всего, тебя терзает какая-то разновидность призрака. Пока не знаю, какая. Ты не замечала упадка сил? Были на теле следы укусов? Да мне с каждым днем все хуже. Я уже говорила. А укусы? Это ж обычное дело. Комары, клопы. Это не клопы. Нечто гораздо более крупное сосет твою кровь, когда ты спишь. Но я совсем уже не сплю. Все время он здесь, смотрит на меня. Не могу так больше. Боюсь, я мало чем могу помочь. Я не сумею устранить то, чего не вижу. Может, тебе выпить отвар сивушки? У меня осталось два гриба. На одну порцию хватит. Вдруг и ты тогда его увидишь. Даже у меня эти грибы могут вызвать неприятные и непредсказуемые побочные эффекты. Это правда. Поди знай, как сивушка действует на ведьмаков. Пожалуй, кроме отвара, тут ничего другого не поможет. Хорошо, теперь твой отвар выпью я. Если начну бредить про единорогов или чародеек, ты не обращай внимания.
Никакого призрака. Годный клевер. Отличнейший букет. Кто это сказал? О, ты очнулся. Я уже начала беспокоиться. Думала, может, белого меду тебе дать? Только морда это сделать не так-то просто. Вот, а? Какой у тебя странный голос. Я думал, молодая кобыла должна звучать как-то по-девичьи. Почему это? Тоже мне нашелся эксперт по разговорам с животными. Ладно, ладно. Это все отвар, наверное. Какие интересные побочки. Восхитительные, правда? Пей его почаще. Я могла бы тебе столько всего сказать. Нет уж. Раньше или позже он меня убьет. Как так получается, что стоит мне только свистнуть, и ты сразу тут как тут? Так ведь ты мой человек. Я должна глаз с тебя не спускать. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи. Но вот почему по моему зову ты океан переплывешь, а перед низеньким заборчиком останавливаешься? Ну, что поделать, у всех есть свои пределы. Слушай, мне надо заняться заказом, пока отвар действует. Вот-вот. Чудище само себя не победит. Ладно, посмотрим, что у нас тут. Иди за мной и постарайся ничего не затоптать, пожалуйста. Геральт, тут надо как следует осмотреться. Я поищу следы, а ты... Ты просто постой. Ты только глянь. Ничего не вижу. Это следы копыт. Но оставил их необычный конь. Это следы астрального существа. Идем по ним. Геральт, у нас тут зацепка, точно говорю. Дохлые мотыльки часто означают, что здесь был призрак. А, это каждый знает. Но запах-то ты чуешь? Точно такой же был на кладбище в Вызиме, когда мы охотились на гулей. Это запах смерти. Запах как запах. Может, все эти следы не в коня корм? Ну, знаешь ли... Я, кажется, поняла, с чем мы имеем дело. Так, давай подведем итоги. Что мы знаем? Мало мы знаем. Это какой-то дух. И почему-то он мучает отшельницу. Физического тела у него нет, так что я даже не представляю, как с ним бороться. Если мы вообще его отыщем. Если позволишь, это со всей определенностью нематериальный морок, принявший форму коня. Морок. Очень может быть. Мороки абсолютно невидимы, в том числе для ведьмаков. Но ты-то откуда это знаешь? Так для меня-то он не невидимый. Вон он стоит.
Уходит! По коням, ведьмак! Надо его догнать! Вон он, Морок! Вперед, Геральт! За ним! Эй, мне надо экономить энергию. Кто знает, сколько мне еще бежать? Геральт, без обид, но мы должны поговорить о том, как ты ездишь. Ты сделаешь мне огромное одолжение, если будешь направлять меня более решительно. Иногда тебя так трудно понять. Мне налево? Направо? Мне крутить крупом? Ага. А мне бы хотелось, чтобы ты быстрее откликалась на мои команды. Эй! Знаешь анекдот? Что сказал слепой конь, выходя на конкурсное поле? Не вижу препятствий. А, постараемся не упустить Морок из виду. Теперь видишь его? Да. Шевелись, плотва. А что я, по-твоему, делаю? Геральт, надо догнать Морок. Если он от нас уйдет, больше его не найдем. Сколько отваров не выпей. Раз уж у нас такая откровенная беседа, вот еще вопрос. Почему ты иногда сбрасываешь меня в бою? Что-то я такого не припомню. Ясен пень. Растворился в воздухе. Ох, матушки-пересратушки, что это за коты-переростки-то? Караул! Марчелло Калеричи, рыцарь, умер в том году. Он примерно одного возраста с отшельницей. Похоже, это его дух в облике коня мучает Пинастри. Зачем ты мне это говоришь? Я читать умею, и выводы делать тоже. Да так, мысли вслух, чтобы сосредоточиться. Геральт, вон он, Морок! Оттуй его! Я все объясню! Говори, только быстро. Зачем ты мучаешь отшельницу? Это она меня мучает, не хочет меня простить. Из-за нее я не могу обрести покой. Каждый день я прихожу, молю ее о милости. Молишь о милости? Ты пьешь ее кровь и пугаешь до смерти. Какая-то ужасная сила направляет меня. Не могу этого объяснить, но знаю, что покуда Пинастри меня не простит, я не обрету покоя.
Похоже, ты причинил ей страшную боль, если она обрекла тебя на такие муки. Что ты сделал? Ей? Ничего. Не ей. Но я забил своего коня до смерти. Пенастрия это видела. У меня был прекрасный жеребец, Лыска. Норовистый. Сбросил меня во время турнира, а я так хотел выиграть. Пенастрия так радовалась, что меня допустили к участию. Меня, крестьянского сына. Я хотел подарить ей победу. И проиграл из-за коня. Я пришел в бешенство, бил его плетью, бил, бил, пока тот не сдох. Как же я сожалею. Умоляю, прости меня. Отпусти мне грех ради Лыска. Я не дам тебе прощения. Не мне тебя прощать. Но твоя лошадь может меня спасти. Умоляю, я в отчаянии. Помогите мне. Госпожа, прости мне мою вину. Пожалуй, твое прощение могло бы освободить его дух. Но прощай его, только если считаешь, что он заслужил. Ты совершил отвратительный поступок. Твой конь был тебе верен, старался как мог. Мы ведь кони такие. Ты права, я знаю, что заслужил свою участь. Но мы не мстительны, мы не таим обид, не помним зла, не обижаемся, когда нас тащат в лес полный чудовищ. Я прощаю тебя от имени бедного Лыска. Благодарю. Я чувствую невероятно. Мне вдруг так легко. Ну ладно. Кажется, мы можем возвращаться. Призрак больше не будет мучить Пенастри. Тебе есть что добавить, Геральт? Нет. Возвращаемся. Морок ушел. Он больше не будет тебя мучить. Я сразу почувствовала перемену, будто меня выпустили из душного, тесного подвала. Я и не надеялась, что кто-то мне поможет. Спасибо тебе, ведьмак. Я знаю, что ведьмаки за даром не работают, но денег у меня нет. Могу предложить только... Картошка? Очень она уродилась в этом году. Лучше скажи спасибо моей лошади. Без платвы я бы от призрака не избавился. Благодарю и тебя, благородное создание. Ну ладно, ловко мы вдвоем сработали. Что теперь? Идем дальше по пути? Поедем к ближайшей доске объявлений. Найдем следующий заказ. Ну да. Но я чувствую, что действие отвара слабеет. Скоро я перестану тебя понимать. Эх, какая жалость. А я столько еще хотел тебе рассказать и... Да чего кони сметливые. Прощай, ведьмак.